Здравствуйте, уважаемые любители ножей, зрители нашего видеоканала. Работаем дистанционно. В данном случае нахожусь в самоизоляции в лесу, поскольку живу на берегу реки. Можно ее назвать дорогой жизни. То есть дома меня заблокировать практически невозможно. Да я никому не мешаю. Сел на лодку, куда угодно уехал. При любом раскладе. Но это полушутка. На самом деле у нас еще сельхозпредприятие. Поэтому разрешение на работу в сельхозпредприятии получено. Ну а с ножами работаем дистанционно. И хочу еще раз показать вам, акцентировать на двух достаточно старых моделях. Это Брундук и Брундук номер 2. Простые классические ножи. Рукоять прямые, небольшой вот выступ, толщина троечка. Ну, вообще палку потрогать что ли. Так, значит, смотрим, ну, смотрим по удобству. Ну, все видите, да? Это береза. Кисть расслабленная для строгания дерева. О, классно. Ну-ка, берем маленький. Практически разницы никакой, за исключением, когда попадают вот такие вот сучочки, которые нужно просто срубать. Сталь данных ножичков 95-ка, рукоять венге, строгаю в обратном направлении. Встреч. На мой взгляд, для строгания балл выше вот эту можно чуть дать. Значит, заказываем либо на основном сайте с пометкой «Есть в наличии», если нет, под видео ссылочка на группу. Там все фотографии, которые там есть, они все в наличии. Если в наличии ножа нет, фотография убирается. Мы эту группу специально открыли для продажи. Ну и для общения тоже. Но в основном это, скажем, как для того, чтобы реализовывать единичную продукцию, штучную продукцию через контакт. Вы ее сразу заказали, и он завтра поехал к вам. Когда закончится карантин, мы с вами не знаем. Некоторые верили, что он закончится 5-го, некоторые верят, что он закончится в мае, некоторые говорят, что он закончится осенью. Бог его знает. А в наличии есть. Вот они. Даже. Брейд. Заказываем еще раз. Либо на сайте данные ножи с пометкой «Есть в наличии», либо заходим в группу, и у нас, скажем так, групп 3, но вот есть золотая группа, именно для продажи, повторяюсь, заходим в эту группу, и если фотографии данного ножа там присутствует, либо какого-то другого, вы ее заказываете, и если нож в одном экземпляре, как этот, фотография в этот же день после оплаты убирается. Все. Вот такой вот порядок работы будет сейчас. Всего доброго. До свидания.